Фредди, Фредди, мы с тобой. О, черт, Фредди, что ты здесь делаешь? Черт, подумай, ты видишь, это же Чика! Я уже больше не могу, когда 4 утра, я больше не могу, Настя! Что творим, у меня зовут Царки, он из Либра, просто сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы быть моей Суприм Банде. Самый лучший банди на ютубе, ведь бро, придет время, Суприм Банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я как вижу, тебе же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей Суприм Банде. Самый сильный банди на ютубе, банди. Итак, сегодня со мной видео снимает Настя. И Суприм Банда, вы не поверите, но сегодня у нас реально жесткое видео. Потому что сегодня мы попробуем призвать аниматроников. Да, банда тех самых Фредди и его банду. Это просто жесть, Суприм Банда, как вам такое? Наша Суприм Банда против банды Фредди, это реально жесть. Именно сегодня Суприм Банда, я хочу призвать Фредди. Посмотреть тоже он такой, что он себя представляет. И возможно, банда как-то его схватит. А потом проводить на нем свои опыты. Разрезать Фредди, кукловоду на Фредди. Все, что вам угодно, банда, пишите в комментариях, что вы хотите увидеть дальше с Фредди. И знаете, что сегодня мы реально его пробуем призвать в наш мир. Окей, Суприм Банда, этот призыв, который мы сегодня делаем, я услышал недавно. Это совершенно новый призыв. Раньше нигде такого не слышал. И знаете что, банда, все, что нам нужно для призыва, у нас есть в этой коробке Суприм. Да, банда, только здесь не Суприм. Здесь банда сладости. Вам не послышно, реально сладости. Просто банда, в одном из призывов, который я прочитал, пишется, что Фредди и остальную его шайку нужно задобрить. Я думаю, сладости будут более-менее нормальные, чтобы задобрить Фредди и его шайку. Именно поэтому, банда, сегодня ровно 3 часа ночи мы начинаем призывать Фредди, Фокси, Бонни и Чику в этот мир, чтобы с ними сразиться. Эй, банда, знаете что? Прежде чем мы все это сделаем, давайте на это видео наберем 10 000 лайков. Мы, Суприм Банда, мы самая сильная банда на ютубе. Значит, что правильно. У нас должно быть самое большое количество лайков. Именно поэтому, бандита, пускайся ниже, жми свой царский лайк. А мы ждем 3 часа ночи. Погнали! Что ж, Суприм Банда, вам не послышалось, мы реально сегодня каким-то образом попробуем призвать Фредди. Для того, чтобы призвать Фредди, нам нужно по всему дому выключить электричество. Потому что Фредди может испугаться света и просто не прийти в наш мир. Окей, я выключаю все электричество в доме. Окей, бандиты, я выключил по всему дому свет. Теперь у нас только светит фонарик. Окей, банда, тем не менее, пришло время призывать Фредди, Бонни, Фокси и Чику. Это будет жесть, банда, я уверен на 100%. Не знаю, как Настя, но я реально волнуюсь. Окей, Суприм Банда, тем не менее, на часах уже 3:09. Самое время, чтобы призвать аниматроников, только посмотрите, здесь, банда, у нас в этой коробке Суприм все, что для этого нужно. Конфеты и печенье. Не уверен на 100%, что это их задобрит. Но тем не менее, банда, мы должны попробовать это сделать. Если вдруг ничего не получится, то мы просто сидим с нас эти конфеты. Конфеты нужно оставить открытыми обязательно. Чтобы призвать аниматроникам, нужно сделать призыв. То есть нам Стасе нужно закрыть вот так вот глаза, после чего сказать заклинание призыва. И по идее, банда, потом оно должно сработать, и аниматроники должны прийти сюда, в наш дом. Это просто же Суприм Банда. Не знаю, как вы, но я реально очкую. Ах, я на сидеть, ты готова. Что ж, закрываем глаза и говорим заклинание. Фредди, Фредди, мы с тобой, мы ждем тебя, как никто другой. Фредди, Фредди, мы с тобой, мы ждем тебя, как никто другой. И Суприм Банда, мы сказали заклинание призыва. Пока что все еще ничего не происходит. Это очень хорошо, банда, потому что я очень надеюсь, что ничего не будет происходить. Окей, Суприм Банда, прошло уже несколько минут. Пока что все еще ничего не происходит. И я очень радуюсь, конфеты, кстати, на месте, мы все еще их не съели. Звонит какой-то неизвестный номер, 3 часа ночи. Черт, а что если это аниматроники, банда? Окей, я беру трубку. Банда, вы не поверите! О, господи, Суприм Банда, посмотрите! Это же Фредди, это реально тот самый аниматроник! Что с его глазами, банда? Черт, скрин! Нужно заскринить, да, банда, черт, посмотрите! О, господи, Суприм Банда, это просто жесть, мне реально стрёмно, что он делает? О, господи, Настя, ты это видишь, это просто жесть! О, черт, он отключился, банда! А, где делы сладости, банда, они же были здесь, вы видели? Они просто пропали, Настя, ты это видишь? О, черт, я не знаю, как они вообще пропали, банды, их там просто нету. Бандиты, посмотрите, вот этот скрин Фредди. Окей, Суприм Банда, как мы видим, у Фредди реально черные глаза. Господи, да он просто одержимый демон. Ой, черт, я уже жалею, что его призвал. И тем не менее, банда, он в каком-то темном помещении. У него даже есть его эта шляпа, посмотрите. Это просто жесть, реальный Фредди. Окей, бандиты, если вам это не страшно, то вы просто какие-то бесстрастные. Потому что то, что я вижу на этой фотографии, это просто жесть. Суприм Банда, вы просто гляньте. Это реально живой Фредди, черт. Раз уж Фредди на позвонил, получается, призыв был сделан. Получается, банда, что Фредди придет на что? О, господи, мне прямо от этого не по себе. Да и конфеты пропали каким-то мистическим способом, банда. Окей, тем не менее, мы ждем, где же Фредди. Окей, банда, уже прошло немного времени. Посмотрите, мы на всякий случай сделали такую маску, чтобы я мог просто вот так вот прикрыться, если вдруг передо мной появятся аниматроники. Не знаю, это меня спасет, но тем не менее, хотя бы немного должно спасти. Вот здесь такая вот маска, с другой стороны такая, более похожа на человека. Я, скорее всего, буду пользоваться вот этой маской. Окей. Слышишь? Что это за песня? Откуда она вообще играет?
Черт, реально какая-то странная песня. Ладно, мне кайдзи летать отсюда. Наверное, нужно открыть эту дверь, чтобы посмотреть, кто там. А что, если это Фредди Супрембанда? Окей, я на всякий случай закроюсь маской, а потом уже открою двери. Так, банда, что ж, я открываю дверь. О, господи, черт. О, господи, банда, посмотрите. Вася, скорее закрой глаза. Черт, это же Фредди, банда. О, господи, это просто жесть, вы это видите, черт. Вася, не открывай глаза, может тебе напасть. О, господи, просто жесть, Супрембанда, это реальный Фредди. О, господи, Супрембанда, вы это видите? Там реально аниматроник, даже не вздумай открывать. О, черт, банда, это просто жесть, там реально живой аниматроник Фредди. Господи, хорошо, что у меня есть маска, она меня немного спасает. О, черт, что он делает, почему это сюда идет, банда? О, черт, Фредди, что ты здесь делаешь? Черт, Супрембанда! Что здесь было, господи? Здесь реально был аниматроник, вы это видели? Господи, эй, Настя! Настя, ты как там? Черт, Настя, очнись! Черт, аниматроник реально нас напал, Супрембанда, вы это видите? Настя просто в отключке! О, господи, банда, на нас реально только что напал Фредди, аниматроник! Вы это видели? Это реально был Фредди, черт! Нет, думаю, что это еще не конец, банда, не еще будет нас нападать! Тем не менее, банда, нужно как-то сейчас разбудить Настю, чтобы она наконец-то очнулась! Эй, Настя! Настя, очнись! О, господи, как ты? На нас напал Фредди! Ты не поверишь, он реально пришел в наш мир! Господи, я так рад, что ты наконец-то жива! Что случилось? Голова болит? О, черт, я верю тебе, ты, наверное, сильно ударилась ею. Насте не помогло то, что она закрыла глаза. Черт, окей, быстрее идем в мою комнату, там и немного безопасности. Окей, Супрембанда, это реально жесть, маска меня намного спасла. Я хотя бы не так сильно потерял сознание, как Настя. А Настя просто вот так вот рукой прикрыла глаза. И это ей вообще не помогло, банда, окей. Слава богу, что я сделала эту маску. Тем не менее, банда, мы продолжаем все еще ходить по дому, потому что у меня чуйка, что аниматроники все еще не ушли. Тем более, мы увидели только Фредди. А где остальные? Бонни, Фокси, Чика. Они где-то в моем доме, Супрембанда, это точно хорошо не кончится. Окей, тем не менее, мы идем в мою комнату. Но то потому что там хотя бы немного безопасность. Что если они вообще хотят нас убить? Я не знаю, Настя, мне самому страшно, не кричи на меня. О, чё? О, господи, Супрембанда, что это? Вы это видите, это что, какой-то призрак? Так вот, кто забрал все наши конфеты, банда? Это просто жесть, он реально забрал все наши конфеты, Супрембанда. О, черт, посмотрите, какой он стрёмный. Это просто жесть, я никогда в жизни не видел таких призраков. Настя, ты это видишь? Что вижу? О, черт, это реально жесть, банда. О, куда он делся, Супрембанда? В этом видео он просто пропал. О, господи, банда, вы это видите? Просто все из вселенной ФНАФ захватили мой дом. Это просто жесть, банда. Кто будет дальше? Бонни, Чика? Кто захочет меня следующий убить? Мне никогда в жизни так не было страшно, как сейчас. Настоящие аниматроники, живые аниматроники в моем доме. Это просто жесть, Супрембанда. Не знаю, что будет дальше, но я очень надеюсь, что все будет хорошо. Надеюсь, за такое вы поставили лайк, потому что мы тупо жертвуем своей жизнью. Окей, банда, тем не менее, нам нужно продолжить ходить по всему дому. Потому что мы все еще не увидели всех аниматроников, только Фредди призрака. Остались еще целых 3 аниматроника, банда. И мне уже прям не терпится их поскорее увидеть. Хотя больше страшно, чем хочется их увидеть. Тем не менее, банда, я готов. Окей. Ты слышишь, Настя, какой-то звук из коридора снова? Да, я слышу. Черт, еще этого не хватало, снова аниматроники. Нужно пойти проверить. Я знаю, это самая тупейшая затея, но я хочу пойти проверить, банда. Господи, почему же меня втягивают одни неприятности? Окей, давай, пойдем посмотрим, что там. Черт, мне реально стрёмно, Настя, это просто жесть. Ой, черт, Супрембанда, кто же там? Мне просто жесть, как страшно. Эй, Фокси, Бонни, кто из вас? О, это видите, это же Фокси! О, господи, Супрембанда, я успел, я закрыл глаза! Черт, где она? Господи, он был где-то здесь, Супрембанда. Надеюсь, его уже здесь нету. О, черт, это просто жесть. Слава богу, что я успел закрыть глаза. Настя просто не выходила из комнаты. Окей, Супрембанда, это просто жесть. Уже второй аниматроник нас забрасывает. Это был Фокси. Господи, что будет дальше? Остались только Бонни и Чика. Я уже реально боюсь, потому что они могут запросто нас убить. Это в этот раз мне повезло, я успел закрыть глаза. Но что будет в следующий раз, я не знаю. Как я знаю, аниматроники очень опасны, если за ними не следить. Было бы неплохо по всему дому расставить камеры и следить, что же они делают. Почему я этого не додумался, я не знаю, банда. Давайте так, если это видео будет 10 тысяч лайков, то я расставляю по всему дому камеры, и мы смотрим, что же делают аниматроники, когда их не видят. Это просто жесть, банда, надеюсь, вы меня поддержите. Окей, банда, мне сейчас как страшно, никогда в жизни не вызывайте аниматроников. Черт, вы слышите это? Снова какой-то звук, Супрембанда, что происходит? Я снова что-то слышу. Да что, из ванной? О, господи, Настя, ты это слышишь? Да, я слышу. О, черт, окей, нужно открыть двери. О, господи, банда, окей, я открываю двери, черт, я волнуюсь. О, черт, господи, что здесь вообще происходит? Черт, банда, вы это видите, это же Чика! А, черт, банда! О, черт, банда, это просто жесть, вы это видели? На меня просто только что набросилась Чика. И Настю тоже, господи, Настя, очнись. Настя, очнись, черт, банда. Эй, Настя, очнись. О, господи, с тобой все нормально, это просто жесть. Мы только что увидели Чику. Она спрыгнула сверху этих дверей, где она сейчас? Господи, Чика, ты там, черт, Настя, пойди проверь.
Ладно, я пойду, чёрт! О, господи, Суприм Банда, знали вы, как это страшно! Фредди, Чика! Здесь же был где-то и Фредди, его нигде нету, Суприм Банда! Эй, Фредди, Чика, вы где, мы вас не боимся? О, чёрности их здесь нет, это просто жесть! Гнас, я не знаю, что делать дальше, что посоветуешь? Господи, нужно как-то кого-то из них схватить, не проводить им эксперименты. Окей, Суприм Банда, я реально без понятия, что делать, вы видите? Они просто ни в какую не хотят оставаться. Даже драться со мной не хотят, они просто сразу же нападают. Я не знаю, что делать, Суприм Банда, дальше. Черт, Суприм Банда, я снова что-то слышу. Ой, черт, у меня же просто паника от этого. Вы это слышите, Банда? Это просто же снова какая-то песня. Это Бонни, Банда, это Бонни! О, черт, Суприм Банда, вы это видите? Это же Бонни, господи, что она делает? О, черт! Я не знаю, что Суприм Банда, вы ее увидите, это просто жесть, она такая страшная! О, черт, Банда, вы это видите? Это же реально Бонни! Господи, что если она мне хочет убить, Настя? Ты закрыла маски, молодец, так держи! Черт! Господи, что? А где Бонни, Настя, где Бонни? О, господи, куда она делась, Суприм Банда, вы ее увидите? О, черт, Банда, вы это видите? Это же Бонни! Сереж! Эй, Сереж, очнись! Пожалуйста, ну очнись, Сережа! Сереж! Черт, нет, пожалуйста, хватит! Я уже больше не могу! Когда 4 утра, я больше не могу, Настя! А, черт! Пожалуйста, когда уже 4? Сереж, я тоже уже не могу, ну потерпи! Черт! А, черт, Настя, посмотри! Уже 4 утра, по идее, все должно закончиться! Почему они все еще на меня нападают? Это что, Фредди, Настя? О, господи, посмотри! Черт, Суприм Банда! Это реально похоже на Фредди, вы не поверите! Господи, смотрите! О, господи, Суприм Банда, вы это видите? Это же реально Фредди! Господи, Настя, что с ним? Мне кажется, он сломался, посмотри на него, как он дрыгается! О, черт, я тоже так думаю, это просто жесть, Суприм Банда! Окей, нужно его поймать и быстро, чтобы он остался у нас! Окей, Банда, кое-как мы все-таки смогли поймать, но у Фредди, только вдумайтесь в это! Я посадил его под волей, чтобы он туда не вылез! Окей, Суприм Банда, вы знаете, 15 тысяч лайков, и мы разрезаем! Фредди! Это будет реально люто, Банда! Окей, Суприм Банда, вот комменты из-за прошлого видео! Господи, видите, какие они шикарные! Просто идеальнейшие комментарии, просто и стоп! Если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь тебе нужно это опуститься ниже! Нажав на свой лайк, колокольчик и все, бро! Ты уже в моем новом видео, только про комменты не забудь! Лайк, колокол, комменты уже в моем новом видео, бандит! Эй, бро, знаешь, что помни одно! Оставайся таким шикарным! Пока!